Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз совершили провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Երասխում արդեն 1-1.5 ժամ է, ես լրեմ լսեք, 1-1.5 ժամ է կրակոցի ձայները չեն դադարում, իսկ ինձ մոտ 1 կիլոմետր այն կողմ կրակոցից հրդեհ է բռնկվել, միջդիրքային անիվներն են նորից այրվում. июля, начиная с 3:00 подразделения вооруженных сил Армении, с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркичарского района, из стрелкового оружия и гранатометов, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, предпринимают адекватные ответные меры. Распространяемая армянской стороной информация об обстрелах и ведении боевых действий на Лачинском, Ходжавенском и Нахчеванском направлениях не имеет никаких оснований. Об этом Ахарас сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. Отмечается, что согласно полученной информации, армянский военнослужащий получил ранение в результате конфликта между военнослужащими и перестрелки. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.